Можно? Проходите. Здравствуйте. Добрый вечер. Располагайтесь, располагайтесь, по-моему, волнуетесь. Немножко. Мы с Алексеем Геннадьевичем немножко сегодня поработаем. Да, что делать? Сразу же коронку на этом имплантате, прямо здесь, в этом кабинете. По снимку все понятно. Мы говорим о центральном зубе. Да? Аккуратненько поставим имплантат, да, сделаем короночку. Небольшая подготовка для операции, да? Немножко укрываем. Немножко покатаемся. Раскрой его, просто раскрой. Сейчас мы посмотрим. Я вот небольшой полуконтур вот здесь открою. Я думаю, что мы добьемся здесь больше. Немножко чувствуете, да, немножко? Вот. Мы еще волнуемся на самом деле. Так, вибрация самая эффективная. Вот. Сейчас отсюда уберу небольшой доступ и вот так откроемся. Хорошо. Все спокойно, не хочет. Немножко давление, любые беспокойства, нет твоего сигнала, ладно? Немного будет давления. Немножко будет давление. Не бояться. Ни о чем не переживать. Солнышко, не боимся. Солнышко, не боимся. Сейчас, Алексеевич, как раз покажу. Смотрите, он будет конечненько. Время этого зуба? Да. Травматичное, да? А удалялся зуб по поводу воспаления, да? Да. Трещина. Трещина. Трещина была, да. Мне выгодно вот такое направление держать. Очень важный момент, Лариса, сейчас мы определимся. Давление чуть усиливается. Сильное направление. Отлично. Хорошо. Скажите, как себя чувствуем? Хорошо. Отлично. Дышать не забываем. Правильно? Да. Угу. Больше ничего. Немножко однообразно будет движение с моей стороны. Вы просто умница. Нет. Ну, я думаю, что да. Угу. Вам такое направление выгодно? Мне очень выгодно это направление сейчас. У нас такие костные условия из-за травматичного удаления. Хотелось бы, чтобы мы, конечно, в таком случае работали.
Вот вам понадобится биос. Сейчас будем устанавливать сам имплантат. Хорошо. На самом деле ничего не чувствуем. Вот сейчас самая спокойная часть. Все, что было до этого, уже не будет. Все очень спокойненько. Сейчас немножечко такая будет трещоточка. Чуть-чуть я пощелкаю. Нет, не нужно, пока это не надо. Прекрасно. Чуть-чуть давление, то что щелкаю специальным инструментом. Прекрасно. Ну, Алексей Игнатьевич, установили имплантат. Алексей Игнатьевич, имплантат. Вот это уровень. Угу. Небольшую пластику я сейчас вот здесь сделаю для того, чтобы мы получили в итоге хороший объем вот здесь. Угу. Вот. И, по всей видимости, вот так. Два шва будет. Небольшие две ниточки вот здесь мы положим. Угу. Достаточно? Да. Отлично. Это как пломбы, да, есть проблемы с пломбами. Есть пломбировочный материал, зуб, который, от которого откалывается пломба. В принципе, вот моя вся операция. Проценты клуб, которые там отталкивают. Да. Забыл, как его зовут. Что туда подкладывать? То есть для хорошей эстетики небольшую пластику я сейчас сделаю и все. Это снимать не нужно. Какие 45. Ничего. Все. Раз. Два. Три. Все. Все, работа закончена. Хирургическая. Самая переживательная. Творец. Не беспокоит? Нет, все отлично. Все отлично. Хорошо. Сейчас в работу вступит уже Алексей Геннадьевич. Угу. Можно. Я ничего не чувствую. Угу. Лайс, как самочувствие? Все замечательно. Все замечательно. Сейчас Алексей Геннадьевич вступает в работу. Все супер. Все да. Прошло как нужно. Мне понравилось. Я даже не ожидала, честно говоря. Продолжим. Работа Алексей Геннадьевич. Я здесь. Алексеевич, прошу. Спасибо. Все можно. Сейчас мы его будем корректировать уже. Все хорошо.
вынести есть? Дайте, пожалуйста. Закрывайте. Открывайте. Если вы мне скажете сам момент, уже когда будете ставить, хорошо? Карту ставит. Непосредственно короночка. Совсем чуть-чуть, и уже будет высоко. Открывайте, пожалуйста. Очень хорошо. Так, открывайте. Открывайте, очень хорошо. Все. Значит, вот дальше нам понадобится сейчас ватка. Давайте заново. Да, что? Да, ну можно, можно, все. Можно. Я повторю. Ага. Палочку для гири. Лариса, закрывайте. Держите так, пожалуйста. Сейчас мы будем ждать, пока... Thank you.
Как все было видео, хорошо? Я не знаю, у меня такие скользкие, у вас подгонечник, кстати. Здесь в масле, он настолько скользкий. Мешает, да? Борис, фиксируем коронку. Угу. Практически закончили. Анестезия еще на губе чувствуется? Угу. Да. Усилие это поможет. Любое. Отлично. Закрывайте. Угу. Нормально закрывает? Да. Точно. Хорошо. Открывайте. Минутка осталась.
потому что может лететь. Покажите зубик-то в камеру. Время подозрения. Синенький. Ну как надо. Реально как надо. Сейчас, Даша, дашь мне геометричку положу. 17 мгновений весны. Слушайте, на самом деле Лариса на рентгенолог. На вопрос снимки не будет получаться, она сказала, как? Ларис, практически все закончили. Сейчас сделаем снимочек. Хорошо? Окей, готов. А что готов? Вы вообще включили, чтобы он был готов. И мы оставим сейчас, да? Да мы. Мы с Алексеем Геннадьевичем зайдем, вот здесь встанем, как бы. Нет, Наташа будет здесь. Свойственная манера. Перед тем, как сесть за руль. Варис, практически все закончили? Не хочу поговорить. Лариса, все практически закончили, сейчас сделаем снимочек. Угу, отлично. Отлично. Так, нам надо выйти. Да. Ларис, мы закончили. Как самочувствие? Ой, очень хорошо. Все прекрасно. Мы вас освобождаем. Хорошо, у нас часик времени. Все нормально, самочувствие прекрасное, да? Да. Ничего не беспокоит. Все, замечательно. У нас есть для вас небольшой сюрприз. Да? Мы хотим, чтобы вы сразу же попробовали на прочность новый зуб вот, и доказали на состоятельность нашей работы. Здорово. Не переживайте. Вы можете прям взять кулинку, да? Прям взять самую, которая самую вам нравится. Большую. Да, которая вам больше нравится. Еще действует анестезия, да, немножечко? Да, немножко, но все равно, сейчас попробую. Вы можете не переживать, не бойтесь, больше протез уже никогда не отпадет. Здорово. Спасибо вам за то, что вы были мужественны, спасибо. Перенесли эти все невзгоды. Вот. Поздравляем с новым спасибо зубом. Спасибо большое вам. Мне очень все понравилось. Больно было? Не было больно. Не было ну, больно? Ну, небольшая вибрация, но не правда более же, того. Правда же, самое безболезненное это была анестезия. Наверное, да. Спасибо, Алексей Геннадьевич. Спасибо, Лизина. Спасибо вам большое, Алексей Геннадьевич. Спасибо. Сергей Леонидович, просто все замечательно. Я очень рада, что я теперь с новым зубом. Просто замечательно. Я даже не ожидала. Очень красиво. Это сказка. Можно есть клубнику теперь. Сегодня мы приоткрыли дверь в кабинет клиники «Вероника», где происходит операция имплантация. Каждая операция в нашей клинике проходит именно так. Я хотел бы сказать, чтобы вы оставили все сомнения. Сегодня имплантация – это не больно. Сегодня имплантация – это просто и быстро. Мы ждем вас в нашей клинике, клинике «Вероника».